Нижегородские самоделкины продолжают лепить автомобили из того, что было. Автоконструктор Игорь Минин и сотоварищи представили свои новые разработки из старого хлама. Мотоколяска пневмоход. Таких не выпускал завод. На ней, уверите вы сразу, стоят колеса от КамАЗа. Она пройдет и там, и тут. И мы зовем ее Бигфут. Кузов от мотоколяски, она у нас в СССР выпускалась. 70-х годов, не выкидывали ничего. Колеса от КамАЗа, то есть они в шубах, то есть там три камеры, и как бы она оказывает очень маленькое давление на почву и проходимость очень хорошая. Тут приводные цепи, то есть подвеска очень простая, она за счет колес амортизирует, рама из труб сзади сварена, и как бы основное все стандартное, как на обыкновенной машинке, то есть изменений никаких в ней нету. Мотор мотоциклетный, как на родной мотоколяске стоит. Бензобак не уместился, наверх поставили. Скорость не больно большая, то есть его не сдувает. Километров 40 она идет. По любой дороге абсолютно. По снегу, по грязи, по болоту. Внедорожная техника. Запчасти все у нас, как правило, со списанных машин, все. Из металлома. Мотоцикл «Урал». Вот на его базе сделан трицикл. Мосты от «Жигулей». От классики. Колеса тоже задние от классики. Здесь тоже проходим. Здесь можно поставить резину другую. Можно цепь на эту резину поставить. Она и по грязи везде, то есть проедет. Ну, в основном она лучше для леса, вот так вот, для сельской местности. Ну, вот в течение месяца собрали. Запчасти тоже. Какие-то машины привозили, на металлолом сдавали, оттуда убрали. Какие-то покупали. Как говорят в народе метко, мы лепим из говна конфетку.